течение суток. Знаете, оказывается, есть люди, которые считают и думают, что они не в состоянии иметь у себя в доме и выращивать свои любимые растения. Друзья, я вам хочу сказать, что вы очень сильно заблуждаетесь. Я извиняюсь, немножко здесь у меня сейчас отсвечивает, потому что яркий свет и камеру настроить очень сложно. Я бы сказала, даже проблематично. Так вот, я хочу сегодня поговорить, и, может быть, после моего видео многие пересмотрят свое мышление и все-таки рискнут завести себе зеленого друга домой. Гибискус у меня так и не раскрылся еще. Буду ждать. Дает листики вот боковые, активно стал давать. Очень ему нравится. Вот после смены температуры, как я его переставила из зимнего сада, там температура упала, почему я его переставила. И поставила сюда на окно, западно-восточные окна, это идеально для любого растения, для любого. И он у меня выдал бутон. Тут тоже лезут. И знаете, я хочу вам сказать, для чего вам нужны растения, друзья, если тот человек, который еще не понял, для чего нам нужны растения, да? Многие думают, зачем они нужны, это мы денежки тратим, время свое тратим. Ну, мы это тратим, да, никто не спорит. Но что мы имеем взамен? Вы когда-нибудь задумывались? Я вам сейчас расскажу. А взамен мы имеем, друзья, вот такую просто красотень, красотень на своем окне для своего глаза, которая нас радует, которая доставляет нам удовольствие, когда мы смотрим вот на такие свежие, красивые, здоровые листочки или же бутоны, они тоже у меня имеются на другом окне, то наш глаз от этих красок, ну, во-первых, мы получаем эстетическое удовольствие, да? А во-вторых, друзья, наш глаз успокаивается, расслабляется, и не только глазки наши, но и полностью все тело, потому что по-другому быть не может. Мы отдыхаем, мы релаксируем, мы украшаем себя вот такой вот прекрасной природой. Кого может это раздражать? Я не знаю, кого. Мне кажется, это нужно быть вообще непонятно каким человеком, чтобы растения раздражали. Они больше успокаивают, они больше расслабляют. Также, знаете, друзья, вот бывает сфера деятельности у человека, да, допустим, он художник, поэт или просто какая-то творческая личность, да, и вот нет у него вдохновения, пропало у него, вот он уже думает, сомневаться даже начинает в своих способностях и таланте. Не спешите расслабляться, просто взгляните вот на такой вот узорчатый красивый листик. Или вот на такой листик с окантовочкой, с лимонной. Или вот на такой листик, да? И вдохновение постепенно, я больше чем уверена, оно начнет к вам возвращаться. Потому что, ну, без этого никуда, никуда. Все красивое, все вот такое вот, не знаю, вот эстетичное. Оно дает нам только вот различные положительные, позитивные эмоции, хороший настрой, сил, энергию. Также большинство растений могут нам помочь и в плане здоровья. То же самое алоэ вера и столетник. Можно воспользоваться
с его помощью изготовить себе, приготовить прекрасные масочки, настои, лосьоны, кремы. Также при порезах, при ожогах можно воспользоваться. А если вы хотите совершенно чистый, увлажненный воздух, вот вам, пожалуйста, нефролепис. Не нужно тратиться на дорогостоящие различные приборы, устанавливать их у себя в квартире. Купите 3-4 кашпо вот такого прекрасного нефролеписа, и он сделает свое дело. И плюс он украсит еще интерьер. Кстати, папоротник нефролепис – это самый простой папоротник в уходе. Если сравнивать с асплениумом, например, вот асплениум у меня, то нефролепис, с ним справится даже школьник. Просто нужно организовать условия и содержать его так, как нужно. Если выполнять все эти пункты, то ничего сложного здесь нет. Также, если вы хотите, например, улучшить воздух, и вы страдаете аллергией, астма, или просто хотите вот обезопасить себя, да, и приобретите такое растение, как хлорофитум. Вот он, зеленый паучок растет у меня на окне. Это варигатный хлорофитум. Растет он без проблем. Очень живучее, стойкое растение с сильнейшим иммунитетом, рекордсмен. Если сравнивать с остальными с комнатными растениями, то хлорофитуму нет равных. И также у меня имеется вот такой шикарный красавчик еще. Вот, смотрите, какой он. Очень быстро растет, очень идет в рост быстро. Он у меня даже цвести хочет начинать. Это очень хороший знак. И вот, если вы поставите 2-3 кашпо в помещение, очень хорошо в детских комнатах и на кухне, вы сами заметите уже в этот же день, как очищается воздух. Хлорофитум избавляет нас от формальдегидов, от гари, от различных химических примесей, которые находятся в линолеуме, например, или в ковровом покрытии. Очень-очень хорошее растение, друзья. Поэтому, знаете, вот так вот не нужно бояться, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Главное просто знать уход и содержание и иметь желание иметь растения в своем доме или квартире, да? Вот так. Я надеюсь, что мое видео было для вас полезным, интересным. Вы по-другому стали смотреть на растения и цветы вокруг себя. Хочу настроить, друзья, и не получается, потому что у нас солнце за окном. Вот, не получается днем снимать. Нужно, конечно, лучше съемку делать вечером, наверное, когда уже темно за окном. И вот это вот домашний теплый свет, я думаю, это будет лучше. Но у меня не получается всегда так, как я хочу, то есть в то время, когда это было бы лучше. Поэтому я снимаю вот так и надеюсь, просто рассчитываю на ваше понимание. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем всего хорошего. До скорых встреч!